На зарубразі. На кораблику. Кораблику. На черепі. Плаваємо, набрали їде. Тетя Жанна нам допомогла набрати їде. Це все, багато набрали. Скільки порцій? Всього є. Супки там. Дали нам таку вихірівку. Будемо пити. Пийте. Так, все, багато всього є. Все, я... все. Тут темно дуже вже. Що не видно? Йдемо на палубу. Писав, значить, назад і знову по кругу. Пересмотрення законів. Ну, а якщо посмотреть со стороны старого города, вот это продолжение еврейского квартала. Вот эта часть. Сразу первое здание за Чеховым мостом, юридический факультет Карлова университета. И начинается филармония. Здесь была построена филармония в середине 19-го века. Мы в Чехии, в Празе. Карловое место. Когда праздники, праздники покровителей. И этот колокол в 2002 году на празднике 4 июня, праздник Святого Вита, отбивал, и сердце колокола раскололось. Откуда трепещает? Куда там? А трепещал он действительно ведущий в Казахстане. Перед мостом плывал. Сейчас мы видим Карловым мостом, и с этой стороны мы видим такие балки. Вот это ледоколы. Речка Волстава когда-то раньше и речка Волхарова перестала замерзать. Начали бить теплые источники, но не убрали вот эти балки, оставили подкрашение. Речка Волхарова, когда поднялась на 9 метров, то вода была полностью под мостом. Все несло горы.